Привет, друзья! Сегодня поговорим на интересную тему. Итак, почему хорошо оставлять квартиры посуточно, вне сезон? Вот, например, когда наступает период, когда меньше спрос на квартиры, я часть квартир сдаю помесячно, на небольшой непродолжительный срок, и часть оставляю. И сейчас у меня получается, что оставлено для посуточной аренды 60% квартир. Вот, а 40 помесячно. И возникают иногда даже такие моменты, что мне не хватает этих оставшихся для посуточной аренды квартир, и я начинаю даже немного сожалеть, что сданы все остальные. Вот. И в чем преимущество сдачи квартир посуточно вне сезон? Так вы сможете набраться опыта работы вне сезон, особенно если вы недавно сдаете квартиры посуточно, если у вас немного квартир. То есть вы узнаете, кому в вашем городе нужны посуточные квартиры вне сезон. Это могут быть совершенно другие люди, и которые приезжают совершенно для других целей в ваш город. Вот, ну, такие знания вы по-другому не получите, только на своем опыте. Также вы можете вот как раз в этот период получить постоянных клиентов на много лет вперед. Это очень важно стратегически. То есть вы думаете не о сиюминутном там закрытии дыр, то есть дали повесточно там и все, и забыли, и в сезон легко, когда сдается. Вот, но там в основном идут у нас такие так называемые одноразовые клиенты, туристы, которые, скорее всего, один раз приехали в ваш регион, посмотрели и уехали. А именно вот в сезон мы получаем большое количество постоянных клиентов. В это время вы, конечно же, будете делать больше действий, чтобы получать гостей. И это тоже именно сработает на долгосрочную перспективу. То есть вы будете осваивать новые площадки, будете узнавать всякие фишки работы с этими площадками, потому что у вас для этого будет время и очень высокая мотивация, потому что квартиры сдаются гораздо хуже, а вам их надо сдавать. То есть это тоже задел на будущее. И вы в это время чаще всего происходит так, что будете получать больше клиентов организации, потому что как раз, ну, например, если считать классическим сезон летний, то с осени у организации начинается активность и появляется потребность в командировках и посещениях других городов своими сотрудниками. Вот, поэтому, ну, даже если, например, может быть, от них прямые заявки не пойдут, то вы также сможете составлять коммерческие предложения для организаций, которые находятся рядом, и таким образом получать тоже классных клиентов в виде компаний. Так что не бойтесь, оставляйте свои квартиры посуточно, хотя бы половину квартир. Если у вас одна, две, три квартиры, оставляйте их все. И работайте, обучайтесь, набирайтесь опыта своего собственного. Потому что мы все равно больше всего учимся на своих ошибках, на своем опыте. Друзья, до новых встреч! Спасибо вам за ваши вопросы, которые вы в некоторых комментариях оставляете под видео и пишите мне в соцсетях. Они мне помогают создавать новые полезные видео для вас. Пока-пока!